Бывшая жена Серова – это выше моих сил. Как мы ранее сообщали, Елена Стебенова в программе «Судьба человека» несколько месяцев назад заявила, что родила первого ребенка от артиста, но даже не смогла увидеть дочку. Якобы Серов узнал, что девочка родилась без одной руки и решил, что жена ее нагуляла. В его родне никогда не было детей с дефектами. И потом, возможно, приложил руку к тому, чтобы от нее избавиться. Сегодня бывшая жена Серова счастлива в браке со своим психиатром. «Я хочу жить. Я открою эту тему в последний раз и не буду больше комментировать и отвечать на чьи-либо вопросы на эту тему. Это тема рождения моей первой дочери. Мы искали, мы долбились во все двери, но очень много времени прошло. Я допускаю мысль, что все это мои домыслы. Я больше не могу и не хочу думать об этом. У меня на это просто нет сил», — написала в Инстаграм Елена Стебенева. Бывшая жена артиста больше не может страдать. В 14 лет она потеряла отца. Потом были похороны бабушки, которая не пережила смерть сына. Братья ее отца тоже умирали один за другим. «Я просто хочу выжить и жить. Жить для Мишель, для своих будущих внуков, мужа и дорогих мне людей. Я не хочу и не буду больше винить себя и еще кого-то. Я не хочу возвращаться туда, эти воспоминания, иначе сойду с ума. Я просто хочу жить», — добавила Елена в Инстаграме.